У меня один вопрос. Один лакис есть? Вижу лачка, да? Один лакис есть? Каждый день газует на меня. Что надо делать? Каждый интервью дают против меня. Что надо делать с ним? Я не знаю. А кто такой? Я не знаю. Не знаю, один человек. Что должен сказать? Скажи, ты же хороший, ты же лакис, ты же, скажи, интеллигентный человек. Зачем тебе это надо? Что ты от меня хочешь? Что я тебе плохого сделал? Я тоже не знаю. Я не знаю. Молчат лучше всегда. Даже? Даже. Серьезно? Да. Я тоже так думаю. Скажи. Когда люди так делают, надо молчать. Да. Даже? Да. Собор делать. Да. Очень хорошее дело собор. Я буду дальше. Я свои делаю. И ничего не скажу. Даже? Скажи, да. Так лучше, да. Драться, ругаться. Ну, зачем? Если я тоже так он газую, я буду человек, как он. Правильно? Да. Правильно. Вот. Молодец. Все. Спасибо большое. Он скажи, спасибо тебе. До свидания. Я тоже так и скажу всегда. Интеллигент. Ты просто да. Интеллигентный человек. Ты понимаешь. Он сам дураком останется и все.